Сейчас прозвучит ваше произведение, правильно? Так как я являюсь коллегой Гаспара Касада, я подумал, почему бы мне, как филончелисту, тоже взять и не написать сюиту. А можно вопрос? Вот вы уже известны публике как автор симфонии в стиле рок, которая прогремела, не побоюсь этого слова, в прошлом году на открытии фестиваля 60-я параллель в Сургуте. И хотелось уточнить, это произведение тоже в стиле рок? Очень замечательные, приятные воспоминания о прошлогоднем концерте. Друзья, надо нам увидеться обязательно уже лично и очно. По поводу... Да, дело в том, что я пишу в такой в традиции классической музыки, такой настоящий. И вторая моя половина пишет роковую музыку. Но сюита написана для виолончели вот в традиционной классической форме. Поэтому... Академическое, это будет академическое, да, произведение. Да, академическое произведение, да. Угу. То есть там есть тоже части и... Там четыре части. То есть танцы, это не то, что там будет какой-то хип-хоп, там Нет. же тоже танцы. Следующий сюита во второй, наверное, будет. Ну, кроме того, что вы коллега Касадо, почему вдруг родилась идея написать сюиту? Внезапно поступило предложение от одного швейцарского фестиваля выступить с сольным концертом. И, конечно же, были вопросы, что вы будете исполнять. И набор не такой, то, что у нас большой у виолончелистов, что играет сольно. Как правило, это сольные сюиты Баха. Но их играют все. Возникла ситуация, а что у вас есть что-то особенного такого? И пришла мысль написать собственную сюиту. У нее забавная, интересная история, потому что она написана... как я люблю, в кратчайшие сроки, за 6 дней. Если это был швейцарский фестиваль, почему сюита не швейцарская или, допустим, не русская? Почему вдруг итальянская? Да потому что я оказался в Италии, так получилось, перед Швейцарией. Я провел потрясающие 2 недели в маленьком итальянском городке в районе Базиликата. Регион Базиликата, это недалеко от Неаполя. Город буквально 400-500 человек населения. И там за 6 дней я написал вот эту сюиту, которая получила название итальянское, собственно, по месту происхождения. Да. Забавная история, потому что, и я рассказываю эту историю каждый раз, когда играю на концертах, я жил в старом очень доме, в самом центре этого города, недалеко от пьяцы, и надо мной была колокольня. А вы знаете, что в Европе колокол звонит каждый час, иногда и четверть, иногда и полчаса. Так получилось, что это колокольня, на которую я сначала очень обрадовался, потому что это так романтично, так по-итальянски. Она находилась прямо над моей крышей. Но буквально через пару дней я понял, что колокол, который звонит не только днем, вечером, но и всю ночь, а это 11 часов 10, 12, и все 12 ударов надо услышать, начиная с полуночи и далее, то постепенно я понял, что сюита должна называться итальянской. И первая часть называется «Итальянские колокола». Долго не рождалась тема, главная тема первой части. Колокол мешал, видимо, да? Колокол, сочинять. Колокол, да, уже начинал не так романтично в моей голове звенеть. И в 6 часов вечера, как правило, в вот таких небольших городках колокольня играет свою какую-то специальную мелодию именно для вот данного поселения. И так появилась... Главная тема. В 6 часов там звучала интересная итальянская старинная мелодия, которую я позаимствовал, она послужила началом сюиты. И теперь она увековечена теперь, в сюите итальянской. Теперь она увековечена. Дениса Шаповалова, которую я для вас сейчас играю. Thank you.
Thank you.
Денис, благодарим вас за ваше прекрасное исполнение, за ваше прекрасное исполнительское искусство и композиторское. Мы аплодируем вместе с телезрителями и очень надеемся, что скоро у нас появится возможность встретиться лично на концертной сцене. Друзья, спасибо вам большое за ваше внимание. Я очень рад такому необычному формату в рамках моего любимого фестиваля «60-я параллель». Желаю ему традиционного гигантского успеха и развития, и будем встречаться уже в концертном зале.